Вопросы развития Дагомыса обсуждали в расширенном составе жители поселка, депутаты, представители мэрии. На большом совещании с депутатом Госдумы Константином Затулиным обсуждали вопросы жилищной застройки, развития социальной инфраструктуры поселка. Цель – содействовать диалогу между администрацией, инвесторами и населением. По словам председателя городского собрания Сочи, планы развития Дагомыса должны строиться только с учетом предложений самих жителей. Это касается в том числе и ремонта дорог. Сформирован на сегодняшний день список 2019 года. Это дороги, где проходит общественный транспорт, и там есть предписание ГИБДД у нас. Второе – это подъезды и подходы к детским садам, школам, другим местам общественного пользования. Ну а дальнейшее уже на 2020 год, пожалуйста, мы обращаемся, пожалуйста, общественность с главой района, с главами сельских округов, пожалуйста, формируйте список, как вы считаете нужным, какие дороги в первую очередь отремонтировать. Отдельно обсудили вопрос жилищной застройки. Было отмечено, чтобы заселение новостроек не привело к усугублению дефицита мест в школах и детсадах, а также нехватки коммунальных мощностей, любое новое строительство должно вестись исключительно в рамках проектов комплексной застройки. Она предусматривает частные инвестиции в социальную инфраструктуру и инженерные сети. Для собственного понимания должны что-то вроде протокола сегодняшнего нашего обсуждения создать. И вот в этом протоколе я лично предлагаю, чтобы обязательно было зафиксировано, что собравшиеся считают перспективный и важный именно такой способ решения вопроса о привлечении инвестиций застройки, который в терминах сегодня оглашенных называется комплексное развитие территории. Чтобы те, кто приходит застраивать, всегда шли по этой схеме. По итогам встречи решено создать рабочую группу для выработки предложений по развитию Дагомыса.